Всем привет, с вами Евгений Лебедев. Внимание, старт микросистемы Стакрос состоится 14 мая в 20 часов по московскому и киевскому времени. Участникам, проживающим в других часовых поясах, просьба ориентироваться не на таймер обратного отсчета, а на выше указанное время. То есть все живут в разных часовых поясах, у всех может быть разное местное время. Ориентируемся на 20 часов по московскому и киевскому времени. Всем необходимо зайти в панель управления во всех своих аккаунтах и также передайте это своим рефералам, чтобы все обязательно зашли во всех своих аккаунтах в панель управления. И кнопка «Старт» у нас будет находиться именно там. Сейчас я дам еще раз информацию, инструкцию по старту. Нажимаем «Личный кабинет». Смотрим 10 секунд рекламу. Идет таймер обратного отсчета. Нажимаем кнопочку «Войти», вводим логин, пароль, входим в личный кабинет. И вот здесь, в личном кабинете, нужно обязательно войти в панель управления, нажав вот на эту картинку, либо на вход в панель управления. Нажимаем и попадаем в панель управления. Кнопка «Старт» у нас появится вот здесь, где написано «Ожидание старта». Кнопка «Вступление в очередь» появится в момент старта проекта. Когда таймер обратного отсчета закончится, да, или по вашему местному времени, ориентируйтесь на 20 часов по Москве, обновили страничку, появится кнопочка «Старт», нажимаем кнопку «Старт», с вашего баланса отсюда списывается 1 цент, и вас поставят в очередь, вы начнете движение. Напоминаю, что без разницы, есть у вас рефералы или нет, ваш аккаунт также будет двигаться в очереди, переходить с уровня на уровень, и вы будете получать выплаты. Вся информация по очереди будет в этом разделе «Очередь». И как только ваш уровень будет уровень номер 7, вы получаете первую выплату. Реферальные вы начнете получать, когда у рефералов будет уровень номер 5. Итак, после нажатия кнопочки «Старт» с ваш список 1 цент, аккаунт становится в очередь, начинает движение. Обновлять страничку после этого не надо 100 раз, чтобы не было нагрузки на сервер. И подождать надо немножко, пока ваш аккаунт станет в очередь. После этого выходим из этого аккаунта, идем в следующий и делаем ту же самую процедуру. Почему я рекомендую сначала завести все свои аккаунты? Потому что они являются вашими рефералами. А затем уже в этих заведенных в очередь аккаунтах делаем себе дублеров. Дублеры не являются вашими рефералами. Также напоминаю, что здесь у нас ежесуточная активность. Каждые сутки с вашего баланса автоматически будет списываться 3 цента за каждый ваш дублер и за каждый ваш аккаунт. Поэтому рассчитывайте свои финансовые возможности. У кого какие будут вопросы, обращайтесь. Готовимся к старту. Обязательно передать всем своим рефералам, что необходимо зайти в панель управления. Баланс пополняем сейчас. Значит, у нас доступно пополнение баланса и доступно постановка баннеров на баннерную рекламную площадку. Видео я делал уже заранее, и ссылочка на это видео тоже будет внизу под этим видео. Поэтому всем успешного старта, всем удачи и до новых встреч!